Всем приветики, пистолетики, мои дорогие, любимые. Мы едем в 11 часов ночи к Аркаше. Да, ждем Виталика с Колей. Они решили поиграть у нас в приставку. Так и не спустился. Я не удивлюсь, что за нами уже приехала машина. Не удивлюсь. Горит свет? Ну, посчитай-ка с 7-й этаж. Три. Да. Вот так вот. Записываю в такси. Мы дома, настроение пойдет. Хорошее, в принципе. 50/50, потому что родственников не выбирают, особенно со стороны мужа. Ну, знаете, самое главное, чтобы ваш муж был всегда за вас. А так все прекрасно. Съездили мы к Аркаше, посидели все прекрасно, все замечательно, слава богу. Поэтому вот так вот. Великолепно. А еще нашла это. Ездила к Спрове, забрала от туфельки Алины штучку. На днях с Али увижусь. Все идеальные, абсолютно. Вот я впервые так вот настолько довольна, мне даже мама сказала, что блин, классная родня. Ну, тех, кого не было на свадьбе, они обычно и выёбываются, кстати говоря. Прикиньте, так вот. Так что, такие дела. А еще кашля, по-моему, приболела. У нас есть стол. Это уже радует. Подходящий под кухню. Прекрасные новости. А я собираюсь пройти прогуляться. Правда, у нас погода. Ну, Эльвина завтра уезжает, она же тогда не улетела, потому что аэропорты закрылись. Поэтому сейчас пройдемся, прогуляемся, купим, и она уезжает на поезде завтра. Мы поехали с Эльвиной в галерею. Виталику оставила самое главное — собрать обувницу, стол мы собрали. Все прекрасно, все чудесно, великолепно, да? Да. Завтра уезжаю. Надеюсь, уеду. Дубль 2. Дубль 2 у нее. А я надеюсь, у нас все будет хорошо, и я не уеду. Мы там уже с Эльвиной купили много всего, да? Ты еще ближе снимал. Да. Идем вот. Теперь идем на кассу оплачивать. Я довольная, я счастливая. У меня будет такая красота. Теперь все с мороженкой. Эльвина кушает. Все замечательно. Там кушает. Все очень удобно. С Эльвиной купили вот эти штучки. Всегда пили их в детстве. Великолепно. Ну, у Эльвины там с клубничкой. Да, когда нам было по сколько, по лет 5-6. Да, сейчас нам 19. Мы пьем эти штучки. Вкусно. Так, тут я сейчас готовлю тесто. Буду делать очень пушмино. Сервис такая. Немножко. Привет. Идет прямой эфир. Это я. Здрасте. Вот такая вот у меня там прелесть. Готово, мое чудо. Виталя. Привет. Я пошел. Давай, выходи. Ой. Я не вижу. Слушай, я шпишь мать. Пьем чай. Здравствуйте. Ну, прекрасно. Вертикально не я снимала. Провожаем Эльвину. Уже теперь на вокзал, а не в аэропорт. Так вы меня и не провожали в аэропорт. Мы тебя встречали. Южного вокзала. Нет, шлех. Потенциальной опасности.
переговоры российской делегации с представителями Украины состоятся в Гомельской области. Дубль 2. Сообщил пресс-секретарь президента. Провожаем вот Альбину уже на вокзале. Слышали всю дорогу про войну. Почему он такой, он дерзкий еще? Я вообще. Я понимаю, но... Ну, я тоже все понимаю, но так тоже нельзя. Не, а он еще... Альбина, ищем. Выходим, они пока не ищем. Пока выходим, дальше будем искать. Давай, высказывайся, Настя, что тебе не повезло с таксистом? Да что высказываться? Я им напишу в приложении, мне скидку сделают. Да, надо. Не знаю. А вот Эльвина. Пока. Она даже не видит. Она только не может понять, как ей наверх залезть. Все. Все, Эльвину проводили, у нее все хорошо. Главное, что она зашла, это главное. Да. Да. Залезает. Куба. Опа, поняла. Он помогает всем вагонам ей. Так. Сейчас. Давай. Чуть-чуть. Ой, я ж покраснела. Ой, господи. Башкой ударилась, по-моему. Все. Легла, можно в телефон. Ой, полегчало. Наконец-то. Слава богу. Наша. Там Эльвина. Кто-то там в телефоне сидит. В телефоне сидит. Ну. В WhatsApp переписывается. Да. Она подпишет. Вон она. Вон. Сидит. Ждем. Ну да, лежит. Все, поехал. Ну все. Пока. Идем как в фильмах. Не надо. Виталик как в фильме решил. Теперь проводили. Мы едем домой. Угу. С Виталием собираемся. Нет, топом ведь может рубануть. Собираемся в магнит-косметик. Собираемся в обычный магнит тоже. Виталик, не трогай. Купим себе брокколи, я хочу. Пенку для ванны купим. И что? Ничего. Что ты сказал? Ничего, дальше снимай. Прогуляемся. То я уже даже забыла, что еще надо. Ну так вот, нормально. Блять. Закупились. Да, ты рад, что ты ходишь по магазинам? Ага. Очень рад. Тут это у нас картошечка. Вот, красота такая. Потом Виталику на работу сделала салатик. Вот он такой вот греческий. Ему понравился. Но только я убрала листы. Он не любит салат. Я решила, что я его не буду добавлять, раз он его не любит. Зачем? Вот так вот. Вот такую прелесть мы стали готовить, но у нас свершилось ЧП. Не наготовилась, загорелась. Река, а не картошка. Да, я готовлю вкусно. Просто короткое замыкание произошло. Весело. У нас не может быть все спокойно. Но ничего, справляемся. Фух, посмотрите просто, какая я красная. Мы с Виталиком решили наполнить ванную. И вместе в ней лежали с этой пенкой. Вообще кайф просто. Кайфовали от души. Было классно. Сейчас будем кушать салатики. И кушать салатик и пить чаек. Делать масочки. Опа! Бух!
Делаем масочки после душа, после ванны, точнее даже. Вот так вот. Просто я не сказала, что его волосы зацепило. Вот такие вот мы симпатичные. Приготовила блинчики. Вкусные. Ну попробуй, скажи, как тебе. Я на себя камеру сделаю. Какая красивая. Давай, пробуй. Не хочет. Пробует. Давай, откуси и скажи, как тебе. Не снимаю все. Это клубничка? Это рыба. Сладкое, с вареньем? Я сделала сыр и рыбу. Какое варенье, какая клубничка. Очень вкусно. Угу. Вот и верим. Берем, у нас тут не было, YouTube. Еще, да. Виталик, пробуй. Вот я, опять же, вот напишите в комментариях. Оно все устало, пока я ждал. Вот вкусно. А я тебе отвечу, что было. Почему? А ты бы взял ее силой. Какая сила? Какой? Вот такой, ты здоровый мужик. Она маленькая, беззащитная вкусно. Девочка. Господи, меня практически не видно. Сейчас. О, так вот. Собираемся спать, ложиться. Устали. Вообще не выспались. Сейчас будем спать. Вот так вот. Здравствуйте, дорогие незрители. Ты не закрываешь. Виталик. Ты мне тенью закрываешь. Убирает мне прыщи, которые нашел. Это мне тенью закрываешь. Наши процедуры продолжаются. Виталий старался. Точно не хотел. У нас тут немножко разделены. Мороженка, манты, сыр с плесенью, чай, Виталик. Вообще все шикарно. Я манты вчера готовила. Виталик, как тебе понравилось? Сметанка на губах. Так. Фух, ребята. Теперь я готовлю пиццу. Мне кажется, у меня теперь влоги превращаются. А я готовлю это, я готовлю то, я готовлю то. Да, но я жду выходных Виталика, и мы с ним вместе время проведем. А я пока готовлю, все готовлю. У меня тесто тут вот. Там вот я делаю пиццу. Вот так вот, такие дела. Объявляю, что все успешно и вкусненько получилось. Виталь! Что ты такая громкая, что ты хочешь? Так а пицца реально понравилась? Вкусно? Да. А ты вторую пробовал? Я все поел. Ты все поел? Мне кажется, там одна. Нет, там разные. Помыла я, значит, полы. Сейчас планирую пойти забрать в Элбрисе оставшиеся вещи, которые мы там заказали. И к нам еще должна прийти Алина. Буду ждать ее в гости. Купила я чай, несколько видов, потом еще купила, что я купила, конфетки, для конфеток еще специальную тарелочку, чтобы было все красиво. Ну, короче, жду Алину, еще Олег должен приехать, потом уже и Виталик скоро домой вернется. У нас, как всегда, гости, вкусняшки. Какая депрессия, блядь, за поезд! И то есть, когда я заходил в директ постоянно, вот так вот. А я заходил... Так у меня какая-то кружечка детская. Настя, давай тебе Олегу кружечку дадим. Спасибо, да. Не расходник, хватило материал. Мама, дорогая, ты Виталя. Олег, как тебе у нас в гостях обычно? Ну, это самые гостеприимные люди, которых пока я знаю. Вот так. Они тебя голодным не оставят. И трезвым тоже. Доброе утро. На этом я закончу свое видео, которое вот так вот оно заканчивается. И начну следующее. Капец, я сейчас в глаз себя ткнула. Глаз слезится. Жесть просто.